сегодня мы гуляем по обновленной Икее. Уже была реклама, что новая Икея. Но на самом деле еще не все вроде бы открыто, по крайней мере, в начале. Но раз уже объявили, что она обновленная, мы пошли смотреть. Так, начинаем с самого главного входа. Обновили они немножечко здесь и здесь. Ну, в принципе, не немножко, они, по-моему, полностью новые комнаты сделали. И, конечно, такой мебелью, которая уже была. Как-то мы были здесь, сразу заметили, что они сделали вот эти вот шире проходы, что можно спокойно с колясками проходить и никому не мешать. Это очень большой плюс. Раньше было место поменьше. В самом начале, так же, как и было здесь диваны, столы, кресла. И мы сейчас проходим, их, я думаю, видно. Видно, сколько много народу. Всем привет, если я забыла поздороваться. Да, сегодня суббота, обычно выходные, много народу сюда приезжает. И, ну, конечно, плюс то, что тепло, но плюс то, что места больше, нету такой толкотни. Все спокойно, никому не мешают, проходят. Так, подходим к первой квартире, 55 квадратных метров. Трёшка, кстати. Смотрим. Смотрим. Это такая типа гостиная, да? Ну и в то же время разделили шторы. Кстати, смотри, прикольно. Кухня, гостиная. Ну все как в стиле Икеи, в шведском стиле. Все компактно, все близко. Всего много. Здесь спальня, да? Что там? А? Там еще комната. Это детская. Проходная, да, получается? Она как бы. Такая маленькая она вообще. Сколько квадратов? Надо посмотреть при входе. Нет, я помню. Я про детскую. Мама! Да. А ты съешь? Что? Пасинки. Нет, ну, ага. У тебя такая же есть. Ну, у вас, Максим. Да. Точно, точно такая же. Прямо из Икеи даже. Смотри, ну, легче. Так, их уже много там. Шкаф-купе, прихожая, ванная. Видимо, там дальше. Еще вариант. Еще вариант. Еще один вариант сидит. Да, Маринка? Молодец, молодец. Так. Что это такое? Попробовал корзинку? Так, это мы сейчас, как я понимаю, в такой светлой квартире, и она вся для детей, да? Типа квартира-студия, что ли, или комната, ну, такая студия? Аленка убежала. Но я говорю, что она как-то больше для детей, это все такое детское. И раз такая двухспалочка стоит. И здесь опять для детей все.
цыпленком, которая отказалась расчесываться очередной раз. А это какая-то женская комната. Ну это, по-моему, не вместе, да? Это просто оно. Давай. Я постучу. Нет, ты еще смотри, сколько нам тут надо пройти, все посмотреть. Ладно, мы пошли, пока-пока. Ну, кати. Ну, куда тебя катить-то здесь, куда? Видишь, все, уже тут ноги. Залазить нельзя. Почему? Потому. Вот эти вот лампочки, такие стильные, мне кажется, вообще класс. Надо включить. Кухня. Смотри, какие шторы, как будто дети разрисовали. Алён, пойдем. Пойдем. Люди, кстати, недовольны указываемыми закупками. Вот тут в обновленной IKEA они сделали отдел, где вот сидят, выбирают все. Очень даже красивым таким, да, такой офисный вариант. Раньше все вместе было. Да. Да. По-моему, этот стол всегда такая цена. Ну, всегда распродажа на него. Классно большой стол, вообще класс. Только хочется, чтобы он был овальный, чтобы не было углов острых. А так огромный такой стол, и всем за столом вместе собираться. Здесь такая большая открытая и комната, и ванная, и детская. Да, я их тогда уже видела. Мне кажется, наши дети будут лежать и не будут спать, они пока не выбесятся, пока эти не потрогают все 10 раз, не уснут. Вот если честно, мы гуляем по IKEA, и я вот сильно прям не знаю, нет такого, что как классно сделали все. Ну все новое, но что-то как-то так. Ну все, оно действительно новое, просто квартиры какие-то планировки странные, у нас таких нет планировок вообще нигде. Как-то немножко нет такого, что вау, как классно, что какое-то воодушевление, что вот так бы сделать, как-то нет такого. Не, ну как бы все в стиле IKEA, все прикольно, но что-то.
Ну, смотри, молодежно как раз закрасили. Смотрите, тоже эти граффити сделали. Вот вообще комната, по-моему, минимум всего, да? Шкаф, кровать, стел... А, нет, там еще что-то есть, закуточки. Ну, неплохо, кстати, тут 13 квадратов. Ну, вот это сюда смотрю. Это трехъярусная. Цена такая классная. Надо, чтобы такое было за 5 ящиков. Не, вообще классно, конечно. А это вон, смотри, ручки теперь можно другие выбирать. Вон, смотри, на 5, видишь? Угу. И это можно, видимо, ручки теперь сами выбирать. Гардероб такой вариант. Гардероб Вуку называется. Заходим в детскую зону. Так, здесь, я кстати, хочу да, хотя бы... смотри, вот эти вот классные, вот вход сделали, вот такой бы тоже в комнате сделать. Ух ты, это что такое? О, мне тоже интересно. Одеяло? Нам надо, надо, надо. Комплекты детского белья. Вообще тема, акция на что? На пододеяльник и одну наволочку. А, так это не на вот эту акцию. А, нет. Подожди, так это такое вот... Ничего не понимаю. Подожди, наволочка и пододеяльник. Ну, а само одеяло? Я вот тоже это не понимаю. Одеяло, вот оно. А вот оно одеяло. Да. Оно без акции, наверное, да? И здесь такая была цена с одеялом. Одеяло бесплатно, и что не ели. Да, да, конечно. Угу. Не, ну, да, вот эти. Это наборы, да, вот они. 999. Ценник реально нет нигде. Ну, сейчас там, где одеяло, посмотрим. Да. Ты тоже смотри, как кровати не отделили этим шторкой. Марина. Аленка. Аленка ползла. Она уже проползла, да. Аленка, Алена, ну-ка, стой, Алена, Алена, замри. Аленка. Все. Так, мы пришли в зону, где IKEA сливается с зоной фудкорта, ну, ресторан IKEA. Сегодня какое-то представление, что ли, будет? Даже зону ресторана немножко изменили, ее как бы увеличили. Да. А может что-то типа весеннее, как там, не весеннее равноденствие. Вчера же был самый длинный день, сейчас уже на убыль пошла. Может быть что-то в этом стиле, в этом духе. Уже на убыль? У нас лето еще не началось, да? Да, да, да.
тебе. Да. Здесь распродажные товары, смотрю. Нет, реально весело. Мы ждем начала лета, а оно как бы уже само выглядит. Оно уже кончается. Ну, по календарю еще там июль-август, а все уже солнечные дни, такие как часы, будет меньше. Подели посуду, зашли. Здесь тоже ничего такого нового, я не вижу, что прям интересного. У нас в начале июня снег был, уже кончается солнечный день. Нормально вообще. Да-да. Кстати, здесь бы тоже не мешало пошире сделать. Мне кажется, здесь как было, так и осталось. Дальше идем по обновленной Икее. Здесь теперь всякие постельные принадлежности, все для кровати. Сейчас еще матрасы пойдут. Подушки ортопедические, эти всякие правильные запоминания сна. Ну, еще такое. Так вкусно пахнет, кстати. Здесь, по-моему, тоже сейчас видим, не так раньше, как раньше было, где вот матрасы можно было тестировать и ложиться, там лежать. Думаю, это уже прошли, что-то я посмотрел немножко. Да, мы, походу, прошли, что ли, матрасы. Кого что-то не сопряжу. Матрасы. Они, по-моему, по-другому сделали. Больше, мне кажется, стало ассортимента уже с ваннами. Вот эти были. Они прям твердые. И 600 рублей. Не картонные, как у них обычно. В самом начале такие лежали. Думал, что это такое. Как на ламинат похоже этот. На пол. Напольное покрытие. Здесь самый вкусный отдел. Здесь всегда вкусно пахнет свечками. Обалденный запах. Как заходишь, так наперебой, там клубничка, земляничка, персики. Ценники не снижены. А, и зимой поднимут снова, летом-то не так актуально. А, Дисина, а нет, уже конец, да. Картины, по-моему, вот эти раньше не самые концы. Да, сюда их перенесли. Ну, может, даже так интереснее. Заходишь, сразу почти все видно. Да, скажи, мне не видно, я встаю. Пытается встать. Не знали, экскурсию проведем. Индивидуальный экскурсий. Да. Какие-то гигантские здесь, нереальные. О, прикольно, слышно. А что, где у тебя, что? Миска. Подсолнечный? Подсолнечный. Вот эти неубиваемые столики. Вид у них немножко, конечно, портится, но они реально неубиваемые. Да, я даже на таком вставал. Да, ничего не случается. Раскладушка, смотри, да? Раскладушки надо смотреть по весу.
По весу надо смотреть, сколько они выдержат. Еще мы уже на складе. Здесь ничего не поменялось, кроме того, что, ну, соответственно, лето, значит, летнее. Здесь стулья, столы, беседки. Да, там елочка, по-моему, была, олени, что-то такое. Вообще, вот так мы сегодня прогулялись по магазину IKEA, по обновленной IKEA. Небольшая часть все равно еще закрыта, там совсем небольшая в начале. Да. Ну это же на улице. Не, понятно, что на улице, да. Садовая мебель. Да. А вот там, помнишь, интересная была сеточка защиты там. Да. Где и комары не пройдут, солнце не пройдет. Вот это на улице. О, Регина. Угу. Вообще класс, сюда его бухнуться. И желательно, чтобы вид на море был. Кто-кто в теремочке живет, Алена? Не знаю, с кем вчера сказки читали. Молодец, муха, горюха это. Самый первый теремок читали, там была муха-горюха. Вообще классно. А мушка-погрызуха там была, кстати. Ты даже заходишь, даже вот ощущение такое. Зайди, как-то даже ощущения такие, знаешь. Да ладно, зашла, ощутила лучше. Тренера, когда такое на даче, или где-нибудь на берегу моря стоит. Здесь уже пахнет едой. Или просто хочется кушать. Нет, это не так. Ну, ну, да. Раз, резко. Грамотно не сидела, если выходишь, вообще, опаньки, да, опаньки, сразу же так. Ага. В IKEA, кто не докупит определенную сумму, какую хотелось бы магазинам, да, в магазин IKEA, тебе обязательно дотратиться или в ресторане, или в бистро. Булочку, да, сосиску, да, что-то такое, все равно купят. Что? Ладно, мы пошли продираться сквозь очередь.